Приветствую вас на канале RedCat. У меня для вас три супер новости. Во-первых, вышла вторая волна конфетти поп. Теперь на заставке вместо малышки виртуальной реальности будет милашка-обнимашка. В Украине ее назвали леди-вечеринка. Ее любимая фраза «Я так проснулась». Она популярная и умеет менять цвет, а также плакать. Обзор всех кукол первой волны смотрите в этом видео, а я перехожу к главной новости дня. Впервые в истории LOL появился мальчик. Вот такой стильный малыш будет во второй волне третьей серии LOL с иракезом на голове. Он ультра редкий и находится под номером 3024 на вкладыше. Он умеет круто менять цвет, а также писать. Очень надеюсь, он нам с RedKitty попадется, так как он ультра редкий и мы его очень хотим. И уже в марте я думаю, что конфетти поп второй волны появится в Украине. Его зовут Punk Boy, что в переводе означает «мальчик-панк». Последняя, третья новость на сегодня. Вышла новая волна сестер третьей серии, и там тоже есть мальчик. Я думаю, что скоро эту серию должны называть «сестрички и братики». Вот такой милый карапуз с пустышкой может теперь попадаться. Он тоже с иракезом на голове. У него есть в наборе большая сумка-рюкзак, которую можно одеть сзади ему на плечи. На вкладыше у братишки номер 3075, и он тоже редкий. Он умеет менять цвет, впрочем, как и вся серия сестер второй волны. Его зовут маленький мальчик Пан. Вот так вот выглядят эти редкие ребята вместе. Самое забавное, что на официальной странице производителя LOL нет никакой информации о второй волне, и вкладыш лежит еще с первой волны. Ну что ж, на этом у меня все, а в следующий раз я покажу наш золотой шар из конфетти первой волны, а также вы увидите распаковку второй волны питомцев третьей серии. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эти классные распаковки, ставьте лайк, кому понравилось видео, и до новой встречи на канале RedCat. Всем пока!